Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi, новых компаниях и многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Community Business Token. В прошлой части мы изначально ознакомились, что такое токен. Сегодня продолжим разговаривать. Данная компания также проводит обучение криптотрейдингу, скальп курсов. Давайте немного посмотрим, что охватывает это однонедельный курс. Продолжительность составляет от 1 до 1,5 часов на класс в течение 5 дней. Первый день проходит обзор курса, как настроить индикаторы трейдинг-виев для настройки торговли позже головы. Мы начнем рассматривать платформу обмена Binance. Если вы не можете использовать Binance, другие биржи будут работать аналогичным образом. На второй день будем рассматривать и обмен на Binance, и индикаторы, перемещение средних, специфических для скальпинга, и решение обмена Binance. Третий день – это показатель. Остальные из них – свечи, свечные шаблоны, DEX, специфичны для скальпинга, индикаторы, дивергенции RSI и RSI, объем, макс, полосы Боллинджера. Четвертый день обучения будем рассматривать и скальпинг трейдинг. Ожидается участие студентов, введение в частную торговлю, группы DEN и правила. Частная торговая группа минувшие выходные. Пятый день будут рассматриваться вопросы и ответы, введение в частные зоны CoinExpress, Holding, введение в трейдинг, сигналы дневной торговли, сертификаты на участие в выпускном выпуске для получения. Уже сейчас можно забронировать место для обучения и забронировать себе место. На сайте более подробно описаны все услуги, как что будет проходить. Также хорошо расписанная дорожная карта, где мы можем видеть, что на 1 марта 2021 года компания планирует запуск ботс на биржах, новый релиз приложения, система вознаграждения с использованием токена стабилити. На лето, июнь 2021 будет закрыто первого центра сообщества и начало второго центра сообщества. Также нам компания предоставляет белую бумагу, скачать и ознакомиться, и условия использования. Здесь на сайте мы можем видеть состав команды, кто основатель, кто директор. Также перейти и более подробно ознакомиться с каждым из них. И техническая поддержка, которая отвечает 24 на 7. Просто заполняем свое имя, почту и пишем свое сообщение. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой канал. На этом обзор закончен. Переходите, ознакомьтесь, узнавайте подробнее и принимайте участие по своему решению. Всем спасибо за внимание. Всем пока.